Ребятки, всем доброе утро. Мы тут с детьми в комнате, тусим, развлекаемся. У меня тут пропал фокус. Мы уже позавтракали. И ты чё, опять что-то съел? Сеник, чё ты находишь? Я сейчас позавтракали уже, сейчас сидим в комнате, здесь Сеня развлекается. Ой, а что там у тебя? Что ты? Кто тут вообще? Кто это идёт тут к маме? Видите, все такая топ-топ-топ. И мы тут вчера с Сережей начали думать насчет детской. Мы думаем, нужно ли Тёме купить большой стол, побольше, чем вот у него, он тот совсем маленький. Потому что он же сейчас очень увлекся пазлами, и он их собирает на нашем обеденном столе. Потому что если на полу, допустим, собирать, ну, неудобно сидеть, и Сеня все растаскает. Вот мы думаем, купить какой-нибудь стол. Так, продолжаем. В планах у нас было, что когда дети подрастут, мы сделаем вот здесь такой стол во всю стену. У нас даже, видите, розетки по бокам с этой стороны и с той стороны тоже, ну там плохо видно. А для того, чтобы, ну там, компьютеры, лампа настольная, ну чтобы у детей было свое рабочее место. И будет оно типа такое единой столешницей. Но сейчас пока, ввиду того, что мы Сеню будем еще сюда переселять. Да, и мы все-таки пока отказываемся от двойной кровати, да, двухъярусной, потому что это не очень удобно. И кровать, которую мы Сене поставим, не знаю когда, но, наверное, через полгодика мы уже будем пробовать Сеню тоже переселять сюда в комнату, ну, смотря как со сном будет. И мы хотим вот сюда кровать поставить, еще одну такую же, как у Сёмы, этот стеллаж сдвинуть, либо вообще убрать. Ну, короче, у них будет друг напротив друга, практически в разных углах комнаты кровать. И стол поместить вон в тот угол Сёмин пока что. Потому что Сеня пока рановато такого стола, ну года два еще точно. И вот мы все думаем, что делать с нашей маленькой комнатой. Но все-таки пока склоняемся к тому, что посмотрим просто отдельный стол побольше, повыше, ну, типа нашего обеденного, ну, может, наполовину меньше, чтобы он собирал там свои пазлы. А потом, когда уже и Сёма, и Сеня подрастут до того момента, чтобы можно было спокойно не переживать и сделать двухъярусную кровать. Да, уже ближе к школьному возрасту. Спасибо, что все шумите. Тогда уже сделать двухъярусную кровать и сделать один большой стол, как мы и планировали здесь, где окно. Мы вышли погулять с детьми. Сережа вот там сливается с гаваком. Смотри, где папа. А ты чё? Вылезти хочешь? Ну сейчас вытащим тебя. Арсюха там качаются на качели с Сережей. И что-то Арсюхе вроде не очень нравится. Аня. Аня? Да. Меня зовут Аня? Да. Ты узнал? Осторожней, все близко, не подбегай к качелям. День опять пролетел. Просто очень быстро. Я сейчас купала Сёму, ну точнее, он сам купался, я просто с ним сидела. Почистили зубы и сейчас отправляться будем. Читать сказки и спать ложиться. Мам, а, все чисто, все игрушки на местах. Да. Хорошо. Мы сейчас пробираем игрушки. Все приготовили в садик. Завтра идет. Очень надеюсь, что у меня завтра будет чуть-чуть свободного времени, когда Сёма уйдет в садик, Сеня будет спать свой дневной сон. Я посижу завтра за машинкой. Обязательно нужно это сделать. Но судя по тому, что Арсений сегодня себя... Ты сказки выбираешь? Как-то странно себя сегодня вел перед ночным сном. Он пободрствовал мало, всего лишь 2 часа 40 минут. И очень раскапризничался. Сережа пошел его в итоге укладывать. Но спать хотел, он видно по нему. Ну, это скачу просто, так что тут ничего. Ого, сколько ты книжечек взял. Я буду их хакать. Хорошо, иди на кроватку кладим. Это нормально для скачка роста, что такое периодически бывает, что не выдерживает время бодрствования, которое уже привычно.
Ну, ничего, так все это пройдет. И будет скоро все прекрасно. Так, сейчас я пазлы еще минуту сложу. Это, у нас, видите, во что стол превратился просто в склад с пазл. Именно поэтому я и говорила, что хочу перестановку в детской. Не знаю, когда у нас до этого дойдут руки сейчас опять. Хотя вот у Сережи будут выходные, точнее отпуск. Он сейчас неделю работает, у него 2 недели отпуск. Неделю он будет дома, а неделю он уедет на север, на рыбалку. Я вот не знаю. Сейчас, сыночка, заняться нам этой неделю. Съесть, посмотреть стол, перестановочку сделать или отпустить до следующего года. В принципе, как бы терпит, но не знаю. Иду, иду. Ладно, все, ребятки. Пойду укладывать Семёна.